Момент столкновения двух машин попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель на Kia выезжает с Ижевской и пытается повернуть налево. Несмотря на двойную сплошную линию, после столкновения иномарка оказалась не на ходу. Понадобился эвакуатор. Он хотел вот так через две сплошные в направлении Витера. А вы оттуда вот так? А я как раз ехал в сторону Максимова. Автомобилем марки «Рено» управляла девушка. От удара иномарка оказалась на другой стороне дороги. При этом машина врезалась в припаркованный автомобиль «Субару». Повреждения оказались незначительными только потому, что обочина не была очищена от снега. Скорость автомобиля погасил сугроб. В этой дорожной аварии пострадала автоледи. Ей понадобился медицинский осмотр. Обошлось без госпитализации, но не обошлось без ушибов.